Я приехала в марте 22 года. Двое деток и мама. Я познакомилась с замечательной женщиной. Она помогала в тот момент не только малообеспеченным семьям и людям пожилым, а также и помогала беженцам, которые приехали из Украины, которым негде было жить, нечего было кушать. В Луканештах, как оказалось, нигде нет кофейни. И тут сразу пришла такая идея, почему бы нет? Почему бы не привить культуру питья кофе? В общем, мы стали первооткрывателями. Как только это все началось, с первого же дня мы, получается, организовали палатку около таможни, дали пледы, термозы, чтобы был горячий чай. Полгода как не стало моего супруга. Я на тот период времени была беременной, соответственно, я не могла так работать круглосуточно, как мама, но я познакомилась с одной удивительной девушкой, зовут ее Светлана. Светлана у нас администратор, очень здорово справляется со своими обязанностями. Если бы не она, наверное, я бы вообще не знаю, как справилась.